Для многих людей именно знаменитости оказываются теми, кому они хотят подражать. А мы решили выяснить у жителей Саратова, на кого из известных людей они хотели бы быть похожи. Странный вопрос. Я вообще как похож на свою маму. На Бориса Гребенщикова. А почему? Потому что это любимый мой исполнитель. Надо стремиться не быть на кого-то похожими, надо стремиться стать самим собой. Мне кажется, всем, так. Да. Чтобы потом, может быть, на тебя кто-нибудь становился похожим. Поэтому в ком-то есть свои минусы, в ком-то свои плюсы. Я думаю, что это нужно быть индивидуальным. Капитан Америка. А почему именно он? Он очень сильный, не знаю, какой-то такой, ну, защищает страну свою. Роналдо. А почему? Не знаю, он красавчик. Ну, может быть, какой-нибудь сериал «Зачарованных». На Пушкина. Такой же умный. Но не визуально имею в виду, но так.